Болиды с электромотором в скором будущем могут стать мечтой каждого автогонщика. Пока минус таких автомобилей в долгой зарядке. Но этот гоночный прототип полностью рушит стереотипы. Он заряжается всего за 4 минуты. Болид построила студенческая команда InMotion, созданная в 2012 году в Эйндховене в Нидерландах. Разработчики называют свое детище самым быстро заряжающимся электрическим гоночным автомобилем в мире. Мы уже достигли времени зарядки в 12 минут, что на 10 минут быстрее, чем у существующих на рынке аккумуляторов. А на прошлой неделе мы представили аккумулятор, который заряжается за 4 минуты, а если точнее, за 3 минуты 56 секунд. Обычные аккумуляторы заряжаются по несколько часов. Если процесс ускорить, будет выделяться больше тепла. В итоге батарея прослужит недолго. Студенты решили эту проблему, внедрив в аккумулятор систему охлаждения. Для быстрой зарядки автомобилей необходимо охлаждение, потому что литиевые элементы выделяют тепло, и это ограничивающий фактор, поскольку элементы перегреваются. Однако у нас хорошее охлаждение, и все остается в норме. Емкость аккумулятора 29 кВт-час. Он обеспечивает запас хода в 250 км. Спортивный прототип соответствует классу LMP3. Пока болид тестирует на трассе Зандвоорт в Нидерландах. Позже он будет участвовать в гонке 24 часа Лимана во Франции, но только для демонстрации новых технологий.